Мистер Ван Вейден, будьте добры, проведите вниз эту даму. На левом борту есть свободная каюта. Устройте ее там поудобнее. И подумайте, чем еще можете ей помочь. Напрасно вы так беспокоитесь обо мне. Сегодня утром мы каждую минуту ожидали увидеть берег. А к вечеру, вероятно, будем уже в порту, не так ли? Вы присядьте. Будь у нас другой капитан, я бы наверняка вам сказал, что завтра утром вас доставят в Якогаму. Но наш капитан – человек со странностями, и я прошу вас быть готовой ко всему. Вы понимаете? Ко всему. Может быть, я ошибаюсь? Мне всегда казалось, что потерпевшим крушение оказывают помощь. В сущности, это такой пустяк, мы ведь совсем близко от берега. Правду сказать, я сам ничего не знаю. Только хотел подготовить вас к самому худшему. Наш капитан – грубая скотина. Не человек, а дьявол. Никто никогда не знает, что может взбрести ему на ум. Заметили шлюпку. А мне кажется, они все равно не добрались бы до берега.
Ну, как она там? Как ее зовут? Не знаю, она спит. Очень утомлена. Признаться, я хотел от вас получить кое-какие сведения. С какого она судна? С почтового парохода. Тайфун доконал их старое корыто, оно потекло, как решето. Их носило по волнам четверо суток. Так вы не знаете, кто она такая? Девица? Замужняя дама или вдова? Что вы собираетесь сделать с Джонсоном и Личем? Не знаю, Хэм, не знаю. Они достаточно терпелись при попытке бежать. Почему бы вам не изменить свое отношение к ним? Возьмите их на борт и попытайтесь обходиться с ними мягче. Что бы там они ни сделали, их до этого довели. Кто? Я? Да, вы. И я предупреждаю вас, Ларс. Если вы по-прежнему будете издеваться над этими беглецами, я могу забыть все, даже мою любовь к жизни, и убить вас. Браво! Я горжусь вами, Хэм. Вы здорово научились стоять на своих ногах. Я вижу перед собой вполне самостоятельную личность. Раньше вам не везло, ваша жизнь слишком протекала медленно, но теперь вы подаете надежды. Вот таким вы мне нравитесь куда больше. Вы верите людям на слово? Считайте, что слово священно. Конечно. Так вот, я предлагаю вам сделку. Если я вам дам слово не прикасаться пальцем к Личу Джонсону, обещаете ли вы, в свою очередь, отказаться от попыток убить меня? Только вы не подумайте, что я боюсь вас. Нет, нет, не воображайте. Идет? Идет. Он немного поиграет с ними. Даст им хороший урок вместо побоев. Это очень опасный урок, сэр. Вот им сейчас тошно. У смерти в лапах. Сейчас он ляжет в дрейф и подберет их. Решил, видно, хорошенько их проучить. Вы так думаете? Конечно, а вы? А я теперь думаю только о собственной шкуре. И не перестаю удивляться, как все складывается. Хорошенькую историю я попал из-за лишнего стаканчика во Фриско. Но вы-то влопались. И того хуже, из-за этой дамочки. Как будто я вас не знаю. Видали мы таких простаков? Что вы хотите этим сказать? Что я хочу этим сказать? Да не вам бы об этом спрашивать. Не важно, что хочу сказать я. Важно, что скажет Вол. Вол! Да-да, Вол! Thank you.
кричим, взывая к небу. Обещание. Я не обещал брать их на борт. Я вовсе не имел этого в виду. И как-никак, вы должны признать, что я и пальцем к ним не прикоснулся. Хватит, мистер Ван Вейден. Положите шхуну на курс. Эта дама. Мот Брустер, кажется, так ее зовут. Я распорядился ей подавать отдельно. Кто она такая? Кто она такая, чтобы гнушаться кают-компании? Когда же мы будем в Йокогаме? Месяца через 4. А может, и через 3. Если сезон закончится рано. Как? А мне сказали, что до Йокогамы всего лишь сутки пути. Вы не имеете права так поступать. Этот вопрос вам лучше обсудить с мистером Ван Вейденом. Он у нас на шхуне специалист по вопросам права. Вам не повезло. Особенно, если вас сейчас ждут неотложные дела. Но если вы говорите, что предприняли путешествие в Японию с целью поправить здоровье, то
Смею вас уверить, на борту призрака вы окрепнете как нигде. Ну, тут мистеру Ван Вейдену и карты в руки. Нельзя сказать, чтобы он стал здоровяком. Но он изменился к лучшему. Поразительно изменился. Поглядели бы вы на него, как он только появился на шхуне. Жалкий, щупленький. Смотреть не на что. Чистка картофеля и мытье посуды пошли ему впрок. И теперь он довольно твердо стоит на своих ногах. А может быть, меня возьмет на борт какой-нибудь встречный пароход? Никаких пароходов, кроме охотничьих шхун, вы здесь не встретите. Но ведь у меня нет никакой одежды и ничего самого необходимого. Мы на призраке очень гостеприимны. Мистер Ван Вейден уже убедился в этом. Мы идем на все. Лишь бы наши гости чувствовали себя как дома. И вы верно забываете, сэр, что я... Я не мужчина, я не могу вести эту кочевую жизнь, которую привыкли вести вы и ваши люди. Чем быстрее вы привыкнете, тем лучше. Я дам вам материю, иголку и нитки. Надеюсь, не составит для вас большого труда сшить себе одно-два платья. Надо полагать, вы вроде нашего мистера Ван Вейдена. Привыкли, чтобы за вас все делали другие. Думаю, все же, что ваше здоровье не пострадает от того, что кое-что вы для себя сделаете сами. Кстати, чем вы зарабатываете на жизнь? Не в обиду будет сказано, но людям надо есть. И они должны кое-как добывать себе пропитание. Эти вот бьют котиков, тем и живут. Я управляю своей шхуной, а мистер Ван Вейден, по крайней мере, сейчас, зарабатывает свой харч, помогая мне. А чем вы занимаетесь? Вы сами себя кормите? Или за вас это делает кто-то другой? Боюсь, что большую часть жизни меня кормили другие. Вот будь я мистером Ван Вейденом, который вечно рассуждает, что справедливо, а что нет. Я бы спросил вас, по какому праву вы живете на свете, если ничего не делаете для того, чтобы оправдать свое существование. Но ведь вы же не мистер Ван Вейден. И я не обязана вам отвечать, не так ли? Заработали вы хотя бы доллар собственным трудом? Заработала. Помнится, я была совсем маленькой девочкой, и папа дал мне доллар за то, что я целых 5 минут просидела смирно. А сейчас я зарабатываю около 1800 долларов в год. Это жалование или сдельно? Сдельно. 1800, $1500 в месяц. Извините, я забыл спросить о вашей профессии. Какие предметы вы изготовляете? Ну, какие вам понадобятся материалы и инструменты? Бумага, чернила. Ну и, пожалуй, пишущая машинка. Ну что ж, мисс Брустер, у нас на призраке широкий размах. Считайте себя на жаловании все это время, пока вы остаетесь с нами.
Послушай, Магридж, ты не меняешь свои привычки, как и свои рубашки. Я тебя предупреждал. Теперь пеняй на себя. Эй, ребята, приготовьте конец. Будем купать Магриша. Башмаки! Что там за веселье? Спросите у капитана Ларсона. Взялись!
У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения. Акула не входила в расчет. Она... Как я уже сказал, акула не входила в расчет. Это была, ну, скажем, воля провидения. Прошу вас, успокойтесь. Мод. Мистер Ван Вейден, будьте добры, принесите жгут. Да побыстрее. Пожалуйста, идите. Теу, и мир зара, чаруа на реу, а ты я лави чатуе. Готова допустить, что сегодняшнее происшествие было просто несчастным случаем. Но я только что говорила с мистером Хиггинсом. Он рассказал мне, что в тот самый день, когда нас спасли, в то самое время, когда я вот там спала в каюте, двух человек утопили. Преднамеренно утопили, а попросту говоря, убили. Их действительно убили. Вам сказали правду. А вы допустили это? Вы хотите сказать, что... Я не смог этого предотвратить. Но вы пытались? Нет, вы не пытались, но почему? Не забывайте, мисс Брустер. Не забывайте, что вы еще совсем недавно на этом корабле. Не знаете законов, которые царят вот здесь. Вы принесли с собой некоторые понятия чести, гуманности, благородства и тому подобных вещах, но вы скоро убедитесь, что здесь им нет места. Я уже убедился в этом. Что вы хотите? Чтобы я взял нож, топор или ружье и убил этого человека. Ну почему вы все говорите о каком-то физическом воздействии? Есть духовное мужество, и оно всегда оказывало свое влияние. Духовное мужество – это бесполезный добродетель. В этом плавучем мирке, куда мы с вами попали, мисс Брустер. Вот одного из убитых уличий это чувство было развито. Необычайно сильно. Да и у второго Джонсона тоже. И что? Это принесло им добро? Нет. Это только погубило их. Вот та же участь ждет меня, если попытаюсь применить то небольшое мужество, которое во мне еще осталось. Я хочу, чтобы вы поняли, мисс Брустер. Поняли раз и навсегда.
Ларсон — это не человек, а чудовище. В нем нет ничего святого. Он не останавливается ни перед чем. Только по его прихоти я был насильно задержан на этой шхуне. И только по его прихоти. Я пока еще цел. Я ничего не предпринимаю. Не могу предпринять, потому что... Потому что я теперь раб этого человека. И так же, как и вы его теперь рабыня. Потому что я хочу жить. Так же, как и вы хотите жить. И еще потому, что я не в состоянии бороться и победить его. Не в состоянии. Так же, как и вы, не можете этого. Что же остается? Что? Я в положении слабого, я... Я молчу и терплю унижение. Так же, как и вам придется сейчас молчать и терпеть. И это разумно. Это единственное, что мы с вами сможем сделать, чтобы остаться жить. Я знаю, что положение мое опасно, но ваше, скажу вам откровенно, еще опаснее. Вот поэтому мы должны держаться друг за друга и действовать сообща. И держать на что есть в тайне. Может быть, я не смогу вас поддержать иногда открыто. Так же, как и вы. Должны молчать при любых оскорблениях, которые могут выпасть на мою долю. Ни в коем случае нельзя перечить этому чудовищу и раздражать его. Как бы нам это ни претило, мы... Мы должны улыбаться. Мы должны улыбаться и быть с ним любезны. Послушайте меня, мисс Брустер. Послушайте меня, и вы скоро убедитесь, насколько я прав. Ну что я... Что я должна делать? Прежде всего, оставьте мысль об этом духовном мужестве. Не восстанавливайте против себя этого зверя. Разговаривайте с ним о литературе, искусстве. Он такие темы любит. И должен вам сказать, что он внимательный слушатель и отнюдь не дурак. Будьте с ним приветливы. И еще. Ради себя самой. Постарайтесь не присутствовать при всевозможных зверствах, которые частенько случаются на этом судне. Вам тогда легче будет играть свою роль. Умоляю вас, поймите меня. Весь ваш жизненный опыт здесь ничего не стоит. Все придется начинать сызнова. Что вы смотрите на меня так? Я знаю, вы привыкли взглядом подчинять себе людей. Я читаю в ваших глазах большое духовное мужество. Но не пытайтесь таким образом воздействовать на Ларсена. Это вам не поможет. Он только посмеется над вами. Я очень горд тем, что именно я открыл этот молодой талант. Вы наверняка помните первую вещь этого замечательного писателя. Мы говорим о Гаррисе. А-а-а. Помню, я читал его «Кузницу». Всякие красивые чувства и несокрушимая вера в иллюзии. Кстати, мистер Ван Вейден, не заглянули бы вы к нашему Коку? Он воет от боли и мечется на койке.
Стэндиш. И все остальные. Впредь будете питаться в своем кубрике. Средь сонма женщин много долгих лет блуждал один я. Один я. Но искал тебя одну, тебя одну. Когда-то я покинул мир людей и жил один среди моих видений. Я не знавал товарищей милей и музыки нежней их песнопений. Вы что, очумели? Какого черта вам здесь нужно? Или у вас солнечный удар? Нет. Расстройство желудка. Мне оттуда хочется посмотреть. Ну, попробуйте. Только осторожней. Осторожно, мисс Брустер! Мы, может, и не умеем крепко стоять на ногах, но мы покажем капитану Ларсену, что хилые сухопутные людишки тоже чего-то стоят. Вы мне все больше нравитесь. Ум, талант, отвага. Неплохое сочетание, а? Такой синий чулок, как вы, мог бы стать женой предводителя пиратов. Ну, мы об этом поговорим в следующий раз. Ну, посудите сами. Ведь человек действует, повинуясь своим желаниям. Желаний у него много. Он может желать избегнуть боли или насладиться удовольствием. Но ведь что бы он ни делал, он действует, повинуясь своим желаниям. Да, верно. Ну, а если предположить, что у человека возникло два взаимоисключающих желания? Ведь душа человека как раз и проявляет себя в борьбе этих двух желаний. И если душа благородна, если она благородна, благодарю, то последует доброму побуждению и заставит человека совершить добрый поступок. Ну, а если же она порочна, то человек поступит наоборот. Но и в том, и в другом случае решает душа. Чушь. Марасадине, вспомните Люцифера. Он возглавил борьбу за дело, обреченное на неудачу. Низвергнутый в ад, он не был сломлен. Он увел за собой треть ангелов. Взбунтовал человека против Бога. И целое поколение людей привлек на свою сторону.
и обрек Аду. Почему его изгнали из рая? Был ли он менее отважен, менее горд, менее велик в своих замыслах, нежели Господь Бог? Нет. Тысячу раз нет. Но Бог был могущественнее. Как это сказано? Он возвеличился лишь силою громов. Люцифер – это свободный дух. Служить для него равносильно гибели. Он не захотел служить Богу. Он никому не захотел служить. Он стоял на своих ногах. Это была личность. Но эта личность была первым анархистом. Спокойной ночи. Значит, быть анархистом хорошо. По крайней мере, здесь свободны будем мы. Здесь всемогущий чертогов не возвел. И нас он не изгонит. Здесь править будем мы. И хоть в аду, но все же править стоит. Ибо лучше царить в аду, чем быть рабом на небе. Мистер Ван Вейден, я сменю Луису у штурвала. И в полночь подниму вас. Ложитесь спать. И постарайтесь хорошенько выспаться.
Ван Вейден. Мне надо добраться до своей койки. Это скоро пройдет. Эти проклятые головные боли. Помогите мне добраться до койки. Чем-нибудь вам помочь? Нет, нет. Ничего не надо. Оставьте меня одного до утра. Иногда бывают сильные головные боли. Нам повезло, что у него это началось. Я ничего не поняла. Он только оттолкнул меня и выпустил. А что нам теперь делать? Держите. Что делать? Подождите меня здесь, я сейчас вернусь. Пожалуйста, подождите! Свою жизнь отважно на путешествие примерно в 600 миль. Вы хотите? Да, я хочу сказать, что ничего больше не стоит с вами делать, как пуститься в море на парусной шлюпке. Это единственное для нас с вами спасение. Пожалуйста, оденьтесь как можно потеплее, быстро соберите все, что вы хотите с собой взять.
поспешите. Передумали? Я готова. Тогда с Богом. Осторожней. Угу. Там впереди нас Япония. Вы храбрый мужчина, Хэмфри Ван Вейден. Нет, это вы храбрая женщина.